Здесь есть все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства территорий, инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда, коммунальная техника, современные строительные материалы и оборудование, межрегиональная выставка, форум «Комфортная городская среда», место встречи представителей власти, бизнеса, представителей ТСЖ, ТСН, ЖК. Проект направлен на улучшение качества жизни не только жителей Самары, но и всего региона в целом. Сферы различные: ЖКХ, безопасность, отдых, туризм. На выставочных стендах самарские компании продемонстрировали свои новинки, позволяющие сделать жизнь горожан комфортнее. Мы планируем дальше участвовать в программах благоустройства, и сегодня мы узнали некие новшества, которые хотели бы применить. Но больше всего мне понравилось это управление цифрового ЖКХ, которое тоже хочется применить у себя в доме для того, чтобы всем собственникам было комфортно. К примеру, приложение, да, где люди могут видеть свои задолженности, оплачивать, открывать домофон, общаться с соседями в домовых чатах. Это очень удобно. В рамках выставки прошла масштабная деловая программа. Глава советского внутригородского района Вадим Бородин в своем выступлении на сессии лучшей муниципальной практики благоустройства и инициативного бюджетирования рассказал о комплексном подходе к благоустройству своего района и о том, как преобразилась городская среда на примере общественного пространства сквера на улице Авроры. Теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь, наверное, полезность в том, что мы все-таки знакомимся с новыми технологиями и пытаемся их внедрить на своей территории. Малоархитектурные формы – это детские формы и формы для отдыха, то есть скамейки, лавки. И, вы знаете, концепция понравилась. Она такая, сочетание, наверное, композитных материалов вместе с деревом. Да? И, наверное, все-таки это, наверное, как-то вот людям все-таки должно быть как-то близко к душе, что ли, они должны отдыхать. К вопросам благоустройства дворовых территорий на выставке подошли ответственно. Одна из компаний изготавливает оборудование для детских площадок в Самаре на протяжении 20 лет. Сегодня на выставке специалисты организации представили очередную новинку. Мы представили новый принципиально песочный дворик, интерактивно, который предназначен для детей более старшего возраста. Так сказать, расширяем рамки того, как привычно дети проводят время на детской площадке. Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Самарском регионе с 2019 по 2025 год. За данный период мы порядка 10 миллиардов рублей планируем вложить в развитие благоустройства по Самарскому региону. Сегодня у нас уже наработан успешный опыт в реализации данных проектов. Но данная выставка, она позволит этот опыт лишь только приумножить и улучшить. Благодаря нацпроекту Самара преображается, идет благоустройство парков, скверов, дворов. Только за последние 5 лет в городе благоустроено более 500 дворов и 56 общественных пространств. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.